Ой, телефон звонит, а мне навигатор нужен. Так ответь по громкой связи. Алло, мамуль, привет! Я сейчас за рулем, не могу говорить. В смысле не можешь? А где твой рукожопый? Почему не он за рулем? Мам, мы с Олегом сейчас в машине, ты на громкой связи. Чего? Громче говорить? Рукожопый, говорю! Опять ты его возишь! Пусть машину себе покупает! Тоже мне присосался утырок! Мам, ты номером ошиблась! Че не берешь? Да, не хочу отвлекаться от дороги. Это Катя звонит. Бери давай. Давай. Алло, Кать. Надь, привет. Ну что, сегодня вечером все как запланировали? Кать, мы с Олегом сейчас в машине, ты на громкой связи. Говори. А, пока. И куда это вы сегодня вечером собрались, а? Да просто девчонками хотим в ресторане посидеть. Просто у Вики юбилей сегодня. Вот посидим чисто с женской компанией. А давай-ка это и проверим. Давай звони Кате еще раз. Ты уверен? Да, давай звони. Просто у меня зарядки всего 96%. Надя, звони, я тебе говорю. Алло, что, вышел уже этот дебил? Нет, Кать, мы еще в машине. А что ты звонишь вообще? Да это не я звоню, это Олег звонит. Хочет уточнить, точно ли мы идем сегодня в ресторан чисто женской компании. Так, не подсказывай. Да я и не подсказываю. Что мне ей подсказывать? Что, Катя сама не знает, что сегодня у нас девичник? Девичник? А чей? Так, тихо. Катя, а кто вас позвал в ресторан? Чё молчишь? Катя, ну тебе чё молчишь? Я запуталась, я не знаю, что говорить. Ну, говори правду, конечно. А, да без проблем. Нас Витя позвал, у него юбилей. Вот оно в чем дело, да? Оказывается, юбилей уже у Вити, а не у Вики, да? Ну да, просто сегодня ровно 5 лет, как Витя стал Викой. Ну, я не хотела тебе рассказывать, знаю, как ты относишься к таким, как он, ну, она. Так, ладно, допустим. Катя, а кто там еще будет? Ну, Настя, Маша... Юля, Стас. Ты что, дурак совсем? Ты что, дорогу не переходишь? Стала не переходит. Надя, там нет никого, едь просто прямо. Катя, так ты говоришь, там будет Стас? Стас? Это я сказала? Да, это ты сказала, Катя. А это не тот ли Стас, который бывший моей Наде, а? Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.